Значит, в данном курсе мы с вами в течение 40, даже больше часа, очень подробно разобрали один из алгоритмов написания методов рисования динамических фигур. Я хочу сообщить вам еще большую вещь. Значит, смотрите. К этому курсу он вообще немножко необычный. Вы меня поймете, когда прочитаете все задание. Ну, понятно, что курс динамического написания фигур, он здесь понятен и разобран, но кроме этого, домашнее задание. И согласно домашнему заданию, я сделал еще кроме этого бесплатный курс, который находится на СПБ. Найти его просто. Это для тех, кто видео смотрит, начал только с этого. Значит, набираете, чтобы если ссылки нету, spb-tut.ru. Это не на сайте Android курс находится. Далее, начни здесь. После этого находите рубрику «Почему Python?» И находите... Стоп, не ту рубрику открыл. Почему Python? И находите, как начать программировать, методик реализации вашей мечты стать программистом. Просто в течение 14, курс бесплатный, в течение 14 уроков я рассказывал методику, которая вылилась в домашнее задание. И просто пройдя эту методику, прослушав, законспектировав, вы начнете намного быстрее программировать. Это имейте в виду. Ну а пока вернемся к курсу. Значит, здесь очень важно выполнить домашнее задание. В курсе я дал такие вещи, так как касалось это переопределения методов. То есть, ну, посмотрите. Ясно одно, что курс очень классный, и мы разбирали уже от и до. Успехов вам, все получится.